С Новым годом! С вами Юлия Черняева. Я расскажу вам, что интересного происходит в городе в эти волшебные праздничные дни. Легендарный мюзикл «Бременские музыканты», созданный по мотивам одноименной сказки «Братьев Гримм», полюбило не одно поколение детей. А песни из него напевались в самых разных уголках необъятной страны. Сказка о дружбе – лучшее начало Нового года. Сюжет знаком всем и рассказывает об увлекательных приключениях друзей-музыкантов – молодого трубадура, осла, пса, кота и петуха. Самарский театр оперы и балета. 2 января. Начало в 11:00 и 14:00. Новогоднее музыкальное представление для детей по мотивам сказки Павла Ершова «Конек-горбунок» покажет юным зрителям Самарская филармония. В представлении принимают участие артисты и солисты Самарской филармонии, танцевальная группа детского музыкального театра «Задумка» и ансамбль русских народных инструментов «Волга Фолк Бенд». За 40 минут до начала спектакля в хрустальном фойе всех мальчишек и девчонок ожидает веселый Диксиленд Дедов Морозов, а также хороводы, конкурсы, анимация с участием Деда Мороза и Снегурочки у красавицы елки. Филармония 2 и 3 января. Начало спектакля в 11:00. В Большом зале Самарского театра юного зрителя каждый день до 8 января будут проходить удивительные музыкальные волшебные представления. «Няня из Поднебесья» – приключения для детей и взрослых, самые лучшие няни на планете. Чему же научит няня? Дружбе, пониманию, манерам и этикету, а также поможет сохранить в каждом частичку детства и озорства. Начало спектаклей в Самарте в Большом зале в 10, 13 и 16 часов. По окончании представления в фойе театра вас ждут добрый волшебник Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, золотой петушок, а также викторины, веселые игры и танцы. Хорошего настроения! До встречи!